Стартовал в день Светлой Пасхи, а закончится в день Великой Победы. Волгоград посетил с концертом симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Выступление прошло в рамках уже 17-го по счету Московского пасхального фестиваля. За время своего путешествия по городам России музыканты планируют проехать более 20 тысяч километров и посетить почти 30 городов. Волгоград стал четвертым городом в большом путешествии. Чайковский, Дебюсси, Мендельсон – известные композиции в исполнении прославленного на весь мир оркестра под руководством маэстро Валерия Гергиева. Услышать их для жителей нашего города – настоящая удача. Сам пасхальный фестиваль направлен на то, чтобы познакомить россиян с мировой классикой, которая завоевала любовь не одного поколения. Количество выступлений посещаемых городов – это культурное событие, уникальное для России. По сложившейся традиции фестиваль представит сразу 4 программы – симфоническая, хоровая, камерная и звонильная. Волгоградцы смогли насладиться первой и самой масштабной из них. Поэтому не стало сюрпризом то, что концерт жители города приняли на ура. Сам же маэстро отметил, что местная публика очень чутко и позитивно реагировала на выступление. Сабина Саблина, Виктор Хиврин, Вести 34.